Привет всем, ребята. Продолжаем проходить метро. Я думаю, это у нас последняя серия будет. Да, оп. Хотя, кстати говоря, у нас противогаз был довольно-таки целый. Я не знаю, что он его поменял. Прям реально такой целый довольно-таки. Так, ну чё? По веночке шернёмся? А, понятно. Не нужно пока. Так, что у нас здесь? Есть что-нибудь? Патроны, патроны, патроны. Ну и все, в принципе, больше ничего нет. Ну ладно, погнали. Перезаряжаемся. Нашими деньгами. Мы как бы невидимые. Да и на вкус мы не очень. Че, я не пойму, заряжаться, господи. Воу-воу-воу-воу. А-а-а! Моя коленка горит. Чу-чу-чу. Так, что у меня обычно патронов почти не осталось? 36 пуль всего. Ну, смотрите прям. Упс. 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 Лоль. Ох, сколько трупаков здесь, а. А главное, на нас нам вообще насрать, в принципе, да? Мы как бы невидимы. А почему мы на вкус не очень? Интересно. Теперь надо найти путь наверх. Они же пози только нами и питаются. Куда? Не, давай-ка сначала погуляю. Так. Так. Че у нас здесь? Очередной тайник. Звук был не очень, кстати. О, медвежонок. Такс. Отлично. О, пусто, пусто. Обокрали. Твари все украли. Вот засранцы такие. Ну он. Все равно, в принципе, конец игры. И деньги особо не важны. Хотя, в принципе, сейчас деньги это как бы и припас. Так что. Хотя по этим стак-то хренище патронов. Останкивской башни. Опанки. Че там, вручную придется лезть? Да. О. И? Есть мыслишка. Давай-ка забирайся на крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. И потом, как в Матрице, так эту Нео Тринити, помните, там в конце так взялись, да, за трос? Давай, давай, упырья жало, давай! Вуаля! Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Держись покрепче, будет три... Сейчас нас придавят нахрен! Или не придавят? Все так, бабамц, и все. Звуки как такие, как будто свинью режут. О, все отлично. Нихуя себе. Это что, мы потолок пробили? Нифига себе, круто. Смотрите, как круто, а. Эй, Артём, с тобой все в порядке? Фантастика. Фантастика. Ульман. Ульман, как слышите? Обалдеть. Обалдеть. Просто капец. Шаг за шагом мы поднимали... Поднимаемся на башню, мы пришли из-под земли, и мы пытаемся взять небеса штурмом. Вокруг свинцовая туча, будто стена стоит. Ступени изъедены временем и крошатся под ногами. Ветер такой, что кожу с мяса сорвать, кажется, может. Нас не ждут на небесах. Наше место под землей. Ладно, Артём, нам теперь нужно тебя каким-то... Обалдеть. Демоны! О, ну-ка. Иди сюда! Давай, сука! Давай, пидорас! Ты почему еще не сдох? Ты же должен сдохнуть! Блять, вот пидор, он вообще... Он вообще может сдохнуть или нет, я не понимаю. Так вообще, как будто эти твари бессмертные. Вот суки, а! Слушайте, неужели они бессмертные, а?
Пошел к черту! Ой! Сука, они не бессмертны, нифига. Ой, наоборот, вернее. Бессмертные, вот дерьмо. Это читерство, читерство. О, тихо. Бегу. Так, ну здесь я более-менее безопасности буду. Наверное. Чё, столько техники всякой, ой. Ох-ох-ох-ох. Боже мой, это что такое было? Кыш! Кыш, тварь! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жалко, что у меня нет крыльев. Говорит, найди способ, как сюда забраться. Все, конечно, круто. Только... проблемка. Забраться-то мне как? Ага, все понятно. Ёб твою мать. Там рядом есть лестница. Давай наверх. Бегу. Даю. Бегу и даю. Мамочки. Молодцом! Ульман, как слышите? Ответ нападения демонов. Продолжаем подъем. Ужас какой. Да, ладерное наведение нам тут не поможет, Артём. Облака слишком густые. Придется тебе забраться наверх. Чем выше, тем лучше. И установить систему наведения там. Давай, парень. Теперь все в твоих руках. Ну ты это не умирай. Говорится, это самое. Так, ладно. Чем? Погнали тогда. Забираться как можно выше. Ох, ёб твою мать. Так. Чуть не пойму. Туда можно спрыгнуть или что? Я чуть не пойму. А, понятно. Ладно, погнали, чё. Все в наших руках, как говорится. Очередной лифт, я так понимаю. Так, ну тут, я так понимаю, уже искать в принципе нечего, потому что, ну, что здесь, это, считай, все. Самый конец игры, здесь хвама почти нет никакого. Бля, вот упадешь так и капец. О-о-о-о, вообще, ужас, боже ж ты мой. Кусок лестницы упал, а? Давай. Хе-хе, что-то все отваливается, капец. Ужас-то какой, а? Как насчет скинуть все лишнее с себя? Ёб твою мать, а? Отечественное, ребята, отечественное, все, ух. Обалдеть. Ужас какой-то. Самый настоящий кошмар. Фильтров у нас, кстати говоря, дохренища. Обалдеть, как высоко. Так, внимание, что он скажет? Артём, Артём, это Ульман, прием! Может понимать. Отлично. Артём, прием, слышите? Так, ну судя по всему, потому то, что он сказал, так понимаю, у нас более-менее нормальная концовка будет, только не злая. Наверное. Сейчас представьте, вот здесь жить, да? О-о-о, это что такое? Ой, что это такое? А, понятно. Какие-то тряпки. Дайте бинокль, а? Посмотреть. Бля, вот эта вот размытость вонючая. Ой, мать твою, не туда нажал, господи. А, ладно, черт с ним. А что это такое вообще, а? Такое ощущение, как будто, я не знаю,
Какое-то громадное дерево проросло. Его сожгли. И оно сейчас горит. Не знаю, ну прям реально. А кто это у нас здесь сидит? Зараза такая. Что, заклинил, да? Я остался один. Все самое главное мне предстоит сделать самому. Не на кого переложить ответственность. Не у кого просить помощи. Судьба людей в моих руках и судьба черных. И с каждым шагом моя уверенность в своей правоте тает. С каждым шагом я задаю себе больше вопросов, таких, на которые мог бы ответить лишь хан. Только вот хана тоже рядом нет. Я один на вершине мира, и отсюда вижу многое, чего не мог увидеть с поверхности, услышать такое, чего и представить себе не мог бы под землей. Я ощущаю присутствие черных, слышу их, в моем мозгу теснятся какие-то образы, звучит их и непостижимых для... Так, куда там дальше-то нажимать? На правую клавишу, по-моему, ой, бля... Меня чужих мыслей, я знаю, это черный умеет проникать в чужие сознания. Что они сводят свои жертвы с ума, может я и схожу с ума. Только бы добраться, только бы сохранить рассудок, только бы суметь навести ракеты, только бы суметь. Да, чувачок. Блин, знаете, на самом деле по этой сыране даже ходить страшно, вот реально. А главное, потом непонятно, как спускаться отсюда. Вообще. О, начинается. Опять эти глюканы. Все, фонарик не работает. Сосульки не сбиваются, сволочь. Ёп, твою мать. Кстати говоря, падать-то недалеко особо, раз уж на то пошло. О! Быстрей, 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 быстрей! Пиздец. Да у нас прям не Артём. У нас Тарзан. Как говорится, я у мамы Тарзан. А, все, не надо ничего, да? Шкириться по веночке не надо. Что-то все разваливается, боже мой, какой. Зачем они здесь? Все, пошел по. Кто, я? Да ладно. Артём, прием, слышите? Я несу смерть? Да ладно. Че, у меня не будет хорошей концовки, ну и значит сдохните нахер. Как говорится, хуй на вас, я к вам. Это та самая это? Упс. Артём, сигнал отличный. Продержись еще минуту, и мы их накроем. Он пришел истребить нас. Да. Бля, я вот так на вас надеялся. Вот я так на вас надеялся, ребят. Ну как так? Нельзя позволить ему. Ну. Вау, нифига себе, смотрите. Какая красота-то. Люди, мутанты, ебаный рот. Ну и чё? Я проще не понимаю, что делать на самом деле. Хочется вроде как истинную концовку.
Ну, я так понимаю, хрен мы ее получим, на самом деле, потому что что-то... Как раз-таки они сказали ту самую фразу, типа, он пришел истребить нас, там, он несет смерть. А если в сторону скакану, то что будет? Потому что, насколько помню, если они так говорят, значит, что хорошей концовки не будет. Бля, как будто эфир какой-то играю, вот реально. Так, я надеюсь, он там не упал. О, отлично. Ну и что тут у нас? Нельзя позволить ему. Ой. Ну и что тут у нас? О, как будто опять на консоли играю. Вот прям реально так это... Управление такое же прям дикое. Ну, в плане осмотра я имею в виду. Да я сам к тебе подойду. Чисто посмотреть, интересно, что будет. А, понятно. Суки! Ах, вы пидорасы! Ну все тогда, капец вам, что еще сказать. Ну все, давайте их вырезать. Ядерными ракетами, как свиней. Как мы вырезали самих себя. Так что, ну погнали, ребята. Убьем их нахрен, как говорится. Раз вы такие пидорасы, что... Нет... Не принимаете меня типа за своего. Давайте их нахер убьем, да и все. Там дум-дум-дум-дум-дум. Куда я бегу-то хоть? О боже мой! Упс. Лабиринт. Я, кажется, заблудился, ребятки. Дуй, дуй. Фух. Ну и что делать? Нельзя позволить ему. Че, все? Мое вечное скитание закончится вот здесь. Что-то не помню, что за нахер-то? Может, ты сдохли, кстати. А, не, смотрите, нормально, да. Уничтожьте его. Он пришел истребить нас. Да не приходил я вас истреблять. Сдавайся. Я за истинной концовкой пришел, тварь вы вонючая. Уничтожьте его. О! Все, пиздец. Ну ты и тварь. Держись! Ай, ё-моё. Обидно, зараза. Так долго выходил на эту грёбаную концовку истинную и в итоге не вышел. Но я, наверное, там не помог какому-нибудь бомжу в самом начале. Какой-то бомж сидел, я ему монетку не дал. О, не монетку, а пулю, чтобы он застрелиться мог. Вот. Вот. Ну и, собственно, как видите, что-то мне не хватило. Ну, сука, все ходил, исследовал. Не, на самом деле, ходить исследовать мне было все в кайф. Бежим! Зараза. Да-да-да, я понял, давайте быстрее, мать вашу. Так что, обидно, конечно. Ну ладно, как говорится, черт с ним. Блин, так прикольно, система перемещений сделана. Пойдешь в одну сторону, ничего не будет. Пойдешь в другую сторону, сразу ходы открываются и закрываются на лету. Прикольно реализовано. Пошел ты нахрен. Давай, беги! Кажется, я обкурился.
Отпусти меня, я мочи спайс! Боже мой, давайте быстрее, мать вашу. Ну, а то как-то даже обидно, реально обидно стало, то что на эту концовку гребаную не вышел. На самом потом посмотрю в инете. Потому что интересно. Тебе бомжам помогал, каким-то дедомовцам тоже помогал. Ну, конечно, я очень много людей убил, но это, в принципе, это не важно. Это не важно, как говорится. Вон он, что ли, идет или что? Вон он идет. Сандермен версия 2 называется. Вау, вау, вау. Пахан идет. Упс. Бум, бум, бум. Упс. Твою мать, а? Да что ж такое? А, я опять все заново. Или нет? Я думаю, ребята, это последний раз. Просто смотришь, они в последний момент прям эти прилетают. Чуть ко мне, не знаю, чуть за хрень такая воображаемая. Так, стоп, нам сюда. Че, нет? Нет. Да-да-да-да-да. А, ну я еще на детской площадке стрелял в этих-то детей, по-моему. А, ну да, что-то было такое, я помню. Ну, тут поди тоже повлиял. Ну и черт с вами, как говорится. Значит, вам уготована смерть. Ох, сейчас, блядь, не дай бог, не допрыгну. Мировой апокалипсис отменяется. Да, бум-бум-бум-бум-бум. О, отлично. КТ. Так, так. Смерть черных все ближе и ближе. Зря вы, ребята, с нами не подружились. Они сами себе приговор подписали. Йоу. Фью. Врагов надо истреблять. Кстати, так и непонятно, куда он исчез, вот этот чел. Может, я невнимательно играл, но... Я так это и не понял, куда он исчез. Давай, прям в щи ему. Да, вот так вот. Оп! Давай, прям на тебе хедшот! Гандон, на, умри! Да-да-да, и ты тоже. Ты в первую очередь, давай! А если попробовать к нему пойти, то что будет? Вообще, суки, издевайтесь надо мной. А, я уж охренел. Ну, опять придется заново бежать. Ответь, почему, бля. Ну все, я так понимаю, концовку никак не изменить. Давайте попробуем, конечно, его пойти. Посмотрим, что из этого будет. Так, ну я могу ходить, нет? Да, могу. Нет, не могу, нифига. А если я не буду уничтожать? А, тут стена. Ну, круто. Давайте посмотрим ради прикола. Конечно, знаю, скорее всего, сейчас нас опять убьют и все. Заодно и посмотрим. Текстурки разглядим. Как его намаз. А, черт. Так, продолжаем. Ой, текстурки-то говно. Смотрите, какой страшный такой. О, бля. Сейчас я тебя сожру. Ну, ай, пошок ты к черту, короче. Ублюдки. Вот, наверное, обидные твари такие, а. Сволочи. Концовку мне дайте. Дай сразу миниган. Блин, уровень так прикольно сделан, кстати, пипец. Правильно.
Давай. Давай, сука. Покажи свою башку. О. Да. Потому что вы первые начали. Давай еще разок, давай. Еще одну пулю в башку всади, ну. А, все. Все. У нас силы кончились. Выживальщик. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. Они сами первые начали. 20 секунд до завершения процедуры захвата цели. Так. И прям это, значит, так в полете, так цель захвачена и все. Бум. Такой стоит. Зря все-таки я тебя хотел убить. Бля, какой у него красивый ротик, а смотрите, прям вообще жесть. Какой-то мудрец сказал: если мы не покончим с войнами, войны покончат с нами. И я сумел остановить хотя бы одну войну. Да, это он верно сказал. Тогда я не смог бы точно объяснить, почему я пощадил черных, но понял. Мои кошмары, в которых я видел черных, были их попыткой связаться ну, да. со мной. Особенно... Не знаю, стал ли я первым человеком, с которым они установили контакт, но я точно не буду последним. Теперь мы действуем вместе. И будущее, наше будущее, расстилается перед нами, как бесконечный тоннель метро. И, может быть, однажды мы заслужим свет в конце этого тоннеля. Не знаю, правильно поступил или нет, в принципе. Хрен его знает на самом деле. Хрен его знает. То все-таки, по-моему, не две концовки, насколько я помню, а три. Одна ты уничтожаешь. Вторая, это когда они, собственно, ты все делаешь очень хорошо, ты прям такой доброжелатель. Они к тебе подходят, говорят, типа... Вот они у меня сказали фразу, типа... Он пришел истребить нас там, он несет смерть и так далее. Вот это значит, что я что-то не выполнил до конца. Они там что-то при истинной концовке должны сказать другое. То есть... А может, они должны, я что-то, честно говоря, не помню. Ну, короче, мы сейчас вышли на более-менее такую нормальную концовку. Вот. Так что как-то так. Ну, ребята, это было метро. Как-то так вот. Как говорится, ждите продолжения. Ждите Last Light. Вот так вот. Ну что, давайте попробуем выйти на вторую концовку еще ради прикола. Я не знаю, посмотреть, что будет. Просто сводиться ядерным взрывом. Ничего такого не будет, так сказать. Полюбуемся. Полюбуемся, ребята, да. Второй концовкой. Как я это сделал однажды в другой игре. Не помню в какой. Я тоже там сначала заснял одну концовку, потом вторую. Я, правда, не помню в какой, но черт с ним. Сойдя с поезда, мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королёва. Насладимся. Мы были совсем рядом со Останкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. В общем, попробуем, короче говоря, полюбоваться ядерным взрывом под конец. Будем, ребята, считать то, что мы вышли на хорошую концовку. Более-менее. Ну, почитать, куда этот чувак пропал. Или Last White объяснит. Скорее всего, Last White объяснит, в принципе. Потому что как-то так пропал незаметно, ушел в метро и все. Мы что-то там его ящики... Ой, господи. Диктофоны его записывали. Ой, господи, что сказал?
Мы его записаны, эти записи находили там, диктофоны всякие. И то один раз, или два, по-моему, не помню. Ну что с ним произошло, так и непонятно. Но, ребят, если то, что с ней произошло, будет рассказано в Last Light, то, ребят, не пишите в комментариях, что произошло. То есть не спойлерите. Потому что я и так его знаю об этом. Просто я очень люблю спойлеры, очень. Так что, ребята, не пишите. Ну давай, полюбуемся красотой. Нельзя. Лежать. Все, капец. Ну, полюбуемся плохую концовку, ребята. Давайте. Захват цели завершен. Итак, внимание. Дайте посмотреть. Ловлю ракету. Блин, мужик, уйди. Ага, все, отлично. Итак. Такая музыка такая, это... Страшная прям такая. Вау. Ни хрена себе, бля. Вылетело. Лови, Артём! Кстати, достаточно близко их логово находится. Очень близко. Бабамс, красота-то какая. Ну вот, ребята. Посмотрели мы на две концовки, которые возможны. Какой-то мудрец сказал: тот, кто воюет из любви к своим близким, повергнет врагов своих. И своих близких. Я вступил в эту войну ради моих родных и ради моих друзей. Я защищал свой единственный дом, метро. И мы победили. Наверное. Ну вот, ребята.